Хай, здесь Захаренко, и сегодня я расскажу тебе о самых богатых террористических организациях. Талибан. Местонахождение Афганистан, Пакистан, годовой доход 400 миллионов долларов. Знаменитый Талибан является одной из самых богатых и самых разноплановых группировок. Террористы действуют в Афганистане, где еще с советских времен ведут подрывную деятельность. 400 миллионов долларов в год Талибану обеспечивают в первую очередь продажи наркотиков. Террористы также занимаются продажей людей в рабство, вымогательством и получают пожертвования от исламистских организаций со всего мира. И все-таки именно ОПИ, которого, несмотря на все усилия американцев, а может быть и благодаря этим усилиям в Афганистане стало больше, позволяют Талибану рассчитывать на безбедное существование в любой ситуации. Хезболла. Местонахождение Ливан, годовой доход 500 миллионов долларов. Это военизированная ливанская организация и политическая партия. В своем манифесте 1985 года организация объявила тремя своими основными целями: выдворение любых управляющих иностранных учреждений из Ливана, приведение местной христианской партии фалангистов к ответу за их преступления и установление в стране исламского режима. Хезболла считается террористической организацией в 7 странах, включая США. В вину ей ставятся террористические организации против гражданского населения и военных. В России Хезболла не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила 3 дипломатов и расстреляла дипломата Аркадия Каткова. РВСК АН. Местонахождение Колумбия, годовой доход 600 миллионов долларов. Полное название группировки звучит так: Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа. Это марксисты, которые ненавидят США и играют на геополитической арене еще с 1960 года. Большая часть преступлений совершена именно на территории своей же страны, где они охотятся на капиталистов и империалистов. Когда финансирования не хватает, группировка зарабатывает деньги на продаже наркотиков. Хотя что-то мне подсказывает, что денег никогда не может хватать. Хамас. Местонахождение сектор Газа, Иордан, годовой доход 1 миллиард долларов. Хамас – это исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. Но не во всех странах эта организация признана террористической. Группировка была основана в 1987 году и по некоторым источникам даже косвенно финансировалась Советским Союзом против себя же через организацию ФАТХ, одну из ведущих партий палестинской автономии. Получилось так, что Советский Союз финансировал ФАТХ, а ФАТХ, в свою очередь, тайно финансировал террористическую деятельность Хамас против советских солдат в Афганистане. Согласно идеологии Хамас, любой еврей считается врагом. Освобождение всей Палестины от евреев – святая цель. На счету Хамаса множество нападений на израильские гражданские и военные цели, а также на палестинцев. Движение финансируется палестинскими эмигрантами, Ираном и частными спонсорами из Саудовской Аравии и других арабских государств. ИГИЛ. Местонахождение Ирак, Сирия. Годовой доход 2 миллиарда долларов. Аббревиатура ИГИЛ расшифровывается как Иракское государство Ирака и Леванта. Эта международная исламистская террористическая организация существует с 2013 года, как непризнанное квази-государство. Ранее она была частью Аль-Каиды, но сегодня может позволить себе действовать самостоятельно. Сумасшедшую прибыль ИГИЛ обеспечивает продажа оружия и кражи. Группа периодически совершает нападения на объекты нефтедобывающего сектора в Ираке и Сирии. Однако террористы не очень разборчивы, они крадут и продают все, что плохо лежит и дорого стоит. Считается, что такая тактика привлекает в ИГИЛ новых участников, которые воюют не столько за идеалы, сколько за деньги. Действуя в военном союзе с Аль-Каидой и некоторыми другими группировками, как и все другие перечисленные в этом видео организации, строят школы и больницы. ИГИЛ официально восстановил рабство женщин и торговлю рабынями. Каждый месяц, по данным американских спецслужб, к организации присоединяются не менее 1000 иностранных добровольцев, а общее количество иностранцев не менее 16 тысяч. Цель организации является ликвидация границ, установленных в результате раздела Османской империи после Первой мировой войны, и создание единого исламского государства на территории Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра и Египта. Группировка ведет активную экстремистскую деятельность и ответственна за множество терактов против американских и натовских сил на территории Ирака, а также против гражданских лиц и объектов. Если тебе понравился сюжет о террористических организациях, делись этим видео с другими через наши соцсети Google+, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники. И не забудь подписаться на канал. Здесь был Захаренко, проект Tellblock.net. До встречи!